Что такое Москва? Смотрите, что такое Москва. Оп. Оп. Вот это. Вот так вот. Вот тут вот. Вот тут вот. 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 Да, конечно, можно сделать проект какой-то, то есть вот делать небольшую презентацию, там, слайд. А это мой кореш. Вот что значит деловая Москва. Не до конца показала, смотрите. Вот. Бук тоже не видно было. Вот тут вот, на первом этаже, здесь вон что-то пишут тоже. Деловые деловухи решают. Всякие штучки, дрючки. А здесь просто вот. Ничего себе. И куча иностранцев. Кстати, в этой кафешке часто встречаются они. И журналисты сейчас встречаются, и операторы сейчас встречаются. Каналы всякие. Я здесь однажды сидела. Тут, в общем, митинг был на Пушкинской площади по поводу фальсификации выборов. Я прямо тут сидела и наблюдала за беспорядками. Так вот, зашли журналисты. Кофе попить. Было холодно. Я еще там с ними стояла, смотрела, как они снимают, как они вообще работают, как они там по рации передают так, типа туда-сюда. Там еще ОМОНовцы наступали на людей. Там прямо я видела, как ОМОНовцы топтали людей, добили как людей. Как, по какой они схеме шагают, чтобы подавить восстание. Они все знают, как делать. Здесь очень хороший обзор, короче, был. Москва – это такая штука. Ты даже просто идешь по своим делам, на какую-нибудь хуйню напоришься. На какие-нибудь приключения напоришься. Москва, блин.